Нашла. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе Дмитрия находится еще чужеродные голограммы и копии, все это выходит и становится с ним рядом. Есть голограмм. Есть. Отлично. Берем голограмму в сетку. Защищаем биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Дмитрия в защитный скафандр на время работы. И вместе с голограммой и тонкой копией Дмитрия поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. На месте. Отлично. Мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично. Отправляем голограмму в клетку. 1, 2, 3. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Дмитрия, под ногами. 363. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Дмитрия. Находит все. У него все тела смешаны, разбалансированы. Ну, сейчас найдем, кто это сделал. Дракон. Может, и... Дракон есть у нас. Арахноид. Какой дракон? Красный дракон. Арахноид. Дальше. Суккуб. Суккуб. И кто там, демон? Бес. Бес. Цифры над головой? 8. Бес. 8-герцовый. Кто еще? Или 4 канала только? 4 канала. Хорошо. Считай цифры над головой у красного дракона. 601. 601. Понимает ли красный дракон, что он за эту разбалансировку сегодня будет отвечать полей энергетических у Дмитрия? Он понимает это? Или он просто считает, что весь мир лежит у его лап? И мироздание закона не существует? Говорит, а что сразу я, нас здесь много. Кто разбалансировку делал полей? Чья это голограмма стоит? И достаю пить. И достаю печать дракона, включая на полную мощность. Для начала. Чтобы он осознал, насколько серьезную ситуацию он сегодня попал. Понял, останови. Выключаю. Хорошо. Так, обращайся. Сколько ты сидел в биополе, дракон? 5 лет сидел. Карахноид, как долго ты находился в этом биополе? 4. 4 года. Суккуб, как долго ты находился в этом биополе? Год. И бес, как долго ты находился в этом биополе? 2. Значит, ты привел суккуба, да? Да. Понятно. Хорошо. Сейчас, объявляя программу, вы все обнаружены. Сейчас происходит чистка. Мы находимся здесь законно, по воле излияния Дмитрия. Вы находитесь здесь незаконно. Сейчас мы начнем отторжение чужеродной энергии, реверс. Отдадим вам всю чужеродную энергию, которую вы дали Дмитрию. После этого мы заберем у вас всю светлую энергию по праву. После этого я дам команду каждому в отдельном выйти и вытащить все, что наставил биополе. После этого я буду проводить проверку. 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забудет, он по каналам просто сгорит и останется горстка пепла в клетке. Все, кто пройдут проверку, отправляю назад. Все, кто не будет отвечать на мои вопросы или мне мешает работать, будут наказаны на этой же частоте, на которой он находится. У меня есть оружие против каждого из вас. Не рекомендую мне мешать. Всем понятно? Да, понятно всем. И я даю команду тонкой копии Дмитрия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней, которые он мог получить от них, возвращается к ним. Ага. У нас арахноид такой наглый здесь. Он по всей клетке прыгает. И, Влад, дай удар арахноиду. 1, 2, 3, удар. Сейчас забился в угол. Я тебя сейчас прям скину в галактическое ядро, если ты не будешь исполнять мои команды. Тебе это понятно? Открываю портал в галактическое ядро перед его клеткой. 1, 2, 3. Понятно ему. Закрывая портал, еще один раз я тебя услышу, это будет твое последнее, что ты сделаешь. Понятно? Поехали дальше. Клетки.
Так, без. Когда ты подцепился 2 года назад, опиши ситуацию, когда это было. Где ты вошел? В квартире он вошел. В квартире портал есть? Были. Воронка была. Воронка бы. Мы чистили эту квартиру, да? Да. Вера. Понятно. Значит, она сейчас у него чистая, а он зашел через эту воронку, да? Да. А выйти не мог, да? Он не хотел выйти. Он не хотел выходить. Хорошо. За какие боли ты был ответственный без? Депрессия. Депрессия. За депрессию. Понятно. Хорошо. А какие-нибудь отеки на ногах, руках или только депрессия? Отеков пока не было, но были бы в дальнейшем. В планах было. Суккуб. На каком плане причинял боль? А суккуб закрывал его. Закрывал от всех, да? У них есть такая фишка. От других женщин. Понятно. Ну, значит, это должна быть мантия какая-то на нем. Суккуба. Шоколадная. Он так и говорит. Шоколадная. Где эта мантия сейчас находится? Или сетка, чем он закрывал? На нем. Она невидимая. Шоколадная энергия он от него брал. Хорошо, дойдем до того момента и уберем это все. Красный дракон, какая функция твоей голограммы была? Какие боли ты причинял ему? Эта голограмма, она с ним связана, с энергиями. Вот как. Значит, надо будет из голограммы вытаскивать еще все. То же самое, это как он показывает, со всех сторон голограмма была, а не он. Что бы он ни делал, это была голограмма. А он не понимал, что это голограмма. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Плюс черт усиливал депрессию, и он вот как в этом ромбе был. Закрытой голограммой. И депресняк, и ромб еще. Нормально вы поработали, нормально. Закончился реверс. Так, и устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Дмитрий себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И пошли энергии из голограммы назад, если таковые есть. Все энергии Дмитрия до числового значения 100% возвращаются к нему от голограммы и от интерферентов. У него энергии интересные такие. Космические, наверное. Они переливаются как-то. Усиливаем мощность потока в 100 раз. Из голограммы идут энергии, Вера? Идут, да. Возвращаем все назад. Получается, он все энергии отдавал этой голограмме, и дальше дракон распределял ее. Ой, дракон. А что будет, если я в тебя сейчас твои платы все вставлю, включу на полную мощность? И мне интересно, какой у тебя будет депресняк после этого? Последний дракон, которому я сделал, он упал и кая, и лежал 20 минут. Вот мне интересно, как ты сегодня отреагируешь на то, что я установлю в тебя твои платы? Ты же любишь экспериментировать? Ну и я люблю. Он воздержится. Воздержусь ли я, вопрос. Знаешь, дракон, за он все добрый. Надо. Он добрый, хорошо, а я не такой добрый, как он. Понимаешь? Если он даст согласие, посмотрим, что будет с тобой. Я тебе гарантирую, запомнишь на всю жизнь. Вплоть до печати тебе поставлю. Клеймо. Хочешь клеймо получить? Говорит, что у тебя нет. Полномочий? Полномочий. А я знаю того, у кого они есть. И сегодня я туда уже отправил одного красного дракона, который с гуманоидом пришел, и там ему эту печать поставят. Поверь мне. Это разный уровень. Реверс закончился у нас. Отлично. Хорошо. Так, поехали с процедурой. Вытащи все. Бес, выходишь, забираешь все, что ты оставил. Снимаешь все носочки, все свои подключки, все. И докладываешь о готовности к проверке. Ого, да тут не носочки, тут черные сапоги. Желтые, толстые подошвы. А, вот это как готы ходят, да, вот в таких вот, вот полусапогах, да, Вера? Но они очень неудобные, я бы сказала, что у них такой высокий каблук, как копыта. А, ну он делал себе подобных. С рук снимает тоже. Хорошо. Какие-то как утяжелители, он его тянул. Что это давало, вот эти утяжелители, без? Ну, то есть ему было очень трудно ходить в этом, в ботинках, в этих, и руки он его, ну, как разбалансированный, то вправо, то влево, вот это вот тянули грузы на руках.
А стоять на земле нормально он не мог. Я вот сейчас думаю, а не сделать ли мне такие сапоги для беса? Угу. Он показывает, что у него свои такие копыта. Да? А я тебе их сделаю на 5 размеров меньше. И из чугуна, из бетона тебе их сделаю. По 500 килограммов каждый. Прямо сейчас. Хочешь? Нет. Почему? Это ж классно. Ты же сделал это человеку. Ты нарушаешь законы мироздания. А ты не нарушил законы мироздания, придя к человеку против его воли? Объясни мне, бес, ты мне говоришь о законах мироздания? Он говорит, что мы много раз с ним разговаривали и соглашались. Хорошо, Александр, я обращаюсь к вам. Александр, вы меня слышите? Да, он слышит. Вы видите всю этих интерферентов, которые стоят сейчас в клетке? Он видит, но с него снять еще надо все сперва. Хорошо. Ладно, бес, вернемся к этому разговору. Выходит сейчас суккуб, вытаскивает все, что он оставил в биополе, и возвращается в клетку. Снимает он эту мантию и сетку. В принципе, это мне все равно, снимают или нет. Если он не снимет, он сгорит в клетке. Еще меньше работы будет. Да, она прозрачная, он стянул с него. Там помимо этого еще на горле, на теле стегивает. Все снял. Арахноид, выходишь, отсасываешь всю жидкость, все на своей чистоте забираешь. Если проверку не пройдешь, на этом закончена твоя песня. Он, знаешь, очень резкий, он прыгает везде. То есть он оставил на нем паутины, на голове оставил что-то, на животе. Он вот как передвигается такими прыжками. Первый раз такого вижу. Что ты за прыгун такой, арахноид? Что это за резкие движения такие в моей комнате? Ты пойми, я могу твои движения принять за агрессию. У него клубок такой в животе, у него сматывает он все. И бежит наверх с этим клубком. Соединена у него голова и желудок. Ой, ужас. А на голове у него гнездо. Я могу представить, какие у человека были головные боли. Ни одна таблетка не поможет. Он снял все, ушел в клетку. Так, дракон, выходишь, достаешь все свои платы, все, что ты оставил, все подключки, все провода, все вытаскиваешь, чтобы твоей энергии здесь не было. Тоже голова, глаза, плат достал. Он и в глаза вставил туда, да? Камеры или что у него? Да. Аджиш, паразит. И вот эта голограмма, она у него подключена к рукам, к ногам везде. Слушай, дракон, я смотрю, по вредности ты всех здесь опередил. Он все снял с него. Ты по вредности всех опередил, дракон. Ты такой ущерб нанес человеку, больше всех присутствующих. Александр, я обращаюсь к вам. Как вы хотите поступить с этими интерферентами? Вы хозяин своего биополя. Немножко в шоке, он вообще не ожидал такого поворота. Мы его родители чистили, он должен был потихонечку уже быть готов к этому. Хорошо, так. Сомнения все равно присутствуют. Отлично. Ну, сомнения, открытая дверь для интерферентов. Пусть он будет в курсе. Я даю команду сейчас на счет 3. Начинается рассинхронизация Дмитрия с энергиями красного дракона, с энергиями арахноида, с энергиями суккуба и с энергиями беса на счет 3. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Тут числового значения 100%. Готово. Отлично. И подхожу сейчас к Дмитрию, кладу руки на плечи и моей собственной энергией сжигаю все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, открывается портал в галактическое ядро, эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Каналы ушли. И я даю команду, на счет 3 сканер начинает сканировать, контрольную проверку делает Дмитрия. Малейшие наночастицы моментально сжигаются на месте, корректируется все. И если что-то крупное, загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3, сканер начинает сканировать на чистоте интерферентов, находит все. Зеленый. Так, все прошли проверку, хорошо, начинает тогда отпускать. Я вас предупреждаю сразу. С этого момента Дмитрий находится под нашей защитой. Если кто-то вдруг придет, кому-то придет идиотская идея снова зайти в его биополе, то через 10 минут мне об этом сообщит Дмитрий. Через следующие 10 минут вы будете стоять в клетке-тюрьме.
и отправитесь автоматом в галактическое ядро, если вас второй раз найду в этом биополе. Вам это понятно? Да, понятно всем. Все, хорошо. Так, дракон красный. Жду от тебя слова красного дракона, что ты это понял, и никогда больше в это биополе не придешь. Да, и слово красного дракона. Отлично. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. И арахноид, ты понял, больше в это квартире. Скажи, арахноид, у тебя есть что-то в квартире? Нет. Хорошо. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Суккуб, ты все понял? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Он уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Есть. Бес, есть ли арвы на теле? Есть. Где? На голове от гнезда. Хорошо, вышел сейчас и можешь забрать эти ларвы. Ничего не оставляй. И на спине тоже было. И на спине забрал. Хорошо. Ты все понял. Повторять не надо, да, Бес? Понял все. Внизу открывается портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. И Бес уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. И включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняем все из нашей комнаты от интерферентов. Остается только твоя энергия, моя и Дмитрия. Клетка пустая? Нет, голограмма у нас здесь. Осталось. Хорошо, под голограммой открывается портал в галактическое ядро. Эта голограмма улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Поехали. Все, мы здесь закончили, переходим на... Пошли по частотам. Вера? 720. 720. Хорошо. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дмитрия до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Наполняем, усиливаем. Я прошу прощения, здесь картинки. У него душа с Венеры. Венера? Да. У нас, по-моему, еще с Венеры никого не было, да? Нет. Но сейчас куратор придет с Венеры. Хорошо. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили чистку Дмитрия. Дмитрий, как вы себя чувствуете? Он прекрасно себя чувствует. Генетическая память к нему вернулась. Спокойствие. И у него какое-то вот буддийское спокойствие. Вот так вот идет. Сочетание. Сейчас узнаем. Хорошо, будем вызывать сейчас куратора Дмитрия. И я прошу, делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам куратора или учителя Дмитрия. Куратор Дмитрия или учитель Дмитрия, пожалуйста, придите к нам в комнату диагностики. Кто у нас? Ну, у нас мужчина, он называется Будда, но это просто имя. Хорошо, мы приветствуем куратора или учителя Дмитрия. Представьтесь, пожалуйста, как мне обращаться к вам? Он говорит, что по вибрациям она правильно сказала мое имя, но для удобства называйте меня Бу. Бу. Хорошо, уважаемый Бу, благодарю вас за то, что вы пришли. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашего подопечного Дмитрия. Узнали, что он, заметили, что он с Венеры пришел. Я полагаю, вы тоже с Венеры, да? Хорошо. Он задал здесь 10 вопросов, написал 10 вопросов и передал нам, которые он хотел бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Бу, ответить на эти вопросы? Буду. Хорошо. Первый вопрос, я начинаю. Мне 21 год, и у меня очень сильные залысины на голове. Выпадают волосы. Какая причина? Мы с него сняли очень агрессивного арахноида. Это не он там случайно? Это тоже влияло. Но не только это. Вибрации твоей души, они немного не соответствуют биологическому роботу. Скажу по-другому. Все можно урегулировать, если знать как.
ты не знал до сегодняшнего момента. Своими энергиями ты как можешь как разрушать, так и строить, лечить и уравновешивать себя и свое состояние как на тонком эфирном плане, так и на биологическом, касающемся физических параметров. А конкретно в вопросе твоих волос. Если ты будешь использовать свою энергию определенным путем и представлять игольчатые вибрации, как иголки в твоей голове, делая массаж изнутри черепной коробки, формируя мысли, формы твоих волос, это усилит их рост. Это касается всего остального, связанного с твоей энергией. Продолжайте. Благодарю вас, уважаемый Бу, за этот обстоятельный ответ. Я перехожу ко второму вопросу. Последнее время нет у меня настроения. Злость, начинается депрессия. В чем причина? Нам в этой причине уже признался красный дракон и голограмма, которую мы вытащили. Может быть, есть другие какие-то причины? Неумение контролировать свои энергии. Вы говорили, оно из... Если на тебя идет атака извне, ты поддаешься ей и усиливаешь свою депрессию. И разрушительные силы этой депрессии. Все правильно. Придаешь, усиливаешь вибрациями своей души состояние, в которое тебя вводят. Вместо того, чтобы откинуть. Я не зря назвался Буддой. Буддийское терпение – это то, что тебе надо, чтобы противостоять, чтобы тебя не сломили. Иначе своими вибрациями ты будешь усиливать негатив. Все понятно. Благодарю вас. Уважаемый Бу, я могу к следующему вопросу переходить? Вы закончили? Продолжай. Третий вопрос. За что не возьмусь, у меня ничего не получается? Вопросительный знак. Рано бросаешь. Вполне достойный ответ. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу, если вы хотели что-то добавить. Продолжай. Четвертый вопрос. Сколько черной энергии я уже набрал? Темной энергии. 18. 18. Очень мало по сравнению с другими людьми. Я только могу сравнить. У нас много людей было. Хорошо. Следующий вопрос. Какая у меня душа? В плане космической, с какой планеты? Космическая душа с планеты Венера. Благодарю вас. Насколько хорошо я справляюсь с программой в этом воплощении? Пока не справляешься. Но все впереди. Научись понимать себя и управлять своими энергиями. Тогда все остальное будет игра. Согласен. Благодарю вас, уважаемый Бу. Тут был вопрос, сколько кармических узлов он прошел и сколько еще осталось ему пройти? Один прошел, четыре впереди. Понятно, он еще молодой. Все впереди. Насколько хорошо я справляюсь с программой в этом воплощении? Какое у меня это воплощение? Вопрос про Землю. Он вообще десятое. Спрашивал. Десятое на Земле. Но он написал не на Землю, а именно вообще воплощение. Какое у меня воплощение? Может быть, все вместе? Там же наверняка и космические были реинкарнации. Это невозможно просчитать. Понятно. Благодарю вас. Я перехожу к восьмому вопросу. Хочу узнать в прошлой жизни самое яркое и позитивное воплощение. Кем я там был? Мы говорим про Землю. Он не указал. Я думаю, в общем, из всех воплощений. Самое яркое и позитивное, где он максимально, наверное, опыт набрал. Очень трудно понять слово «воплощение», поэтому я не могу просчитать жизни. Потому что жизнь и между жизнями тоже считается жизнью. Абсолютно верно. Твое высшее «я» проживает свою жизнь. И какая-то часть его находится на земле, которую контролирую я и помогаю. Но жизнь, она идет везде. Поэтому трудно сказать про воплощение. Какое лучше, хуже и сколько их было. Оно не прекращается. Давайте возьмем воплощение тогда земное. Самое яркое воплощение, позитивное, которое у него было, где он... Я все понял. Это пожалуйста. Был ответ по поводу, сколько было воплощений. Да, я понял.
Потому невозможно просчитать. Это Потому верно. что жизнь, она не останавливается. Она протекает в другой форме. Благодарю вас. Я расскажу о жизни на Земле в образе женщины. Какие года, какая страна и род деятельности? Франция, 1718. Женщина, приближенная к королю, а точнее его фаворитка. Как интересно. Там была у него хорошая жизнь, да? У нее. Интересная жизнь в центре событий и интриг. Вот. Роскошь и любовь. Замечательно, замечательно. Очень интересное воплощение. Вы закончили? Да. Хорошо, благодарю вас. Я перехожу. Еще три вопроса осталось. У меня постоянное дрожание рук. С чем это связано? Энергией. Не гармонизированно, не синхронизированно, не умеет управлять. Обязательный баланс и спокойствие, которые нужны тебе. Медитация помогла бы ему. Абсолютно верно. Отлично. Все инструменты у нас уже есть давно на Земле, уважаемый Бу. И мы просто ими не пользуемся. Поэтому вот такие вопросы задаем. Я перехожу тогда к самому последнему вопросу. У меня не выходит с отношениями с женщинами. Часто всего появляются только временные отношения. Я не знаю, где здесь вопрос. Возвращаюсь к вибрациям, балансу и правильному человеку. Ты сам себя не понимаешь и не можешь уравновешивать. Как же другие женщины будут находиться рядом с тобой? Твои энергии сгоняют их. Сбалансируй себя, найди в себе спокойствие. Женская энергия должна быть на уровне твоей, чтобы ты смог балансировать с ней и общаться. То, что было до этого, было ниже твоих вибраций. Твоя энергия непонятна многим. Да, она непонятна и тебе самому. Пока. Хорошо, у него все впереди. Я думаю, у него еще все получится. Он молодой, ему всего 21 год в земных годах. И сам факт, то, что он уже пришел сюда, к нам, и интересуется своим духовным развитием, уже дает надежду на то, что когда-нибудь и эта проблема будет решена. Нам этот вопрос очень часто задавали другие клиенты, другим кураторам. Несколько сотен у нас здесь со всей Вселенной были. И ответ был на этот вопрос абсолютно идентичный вашему. То есть ты сначала должен себя вылечить, сам эти энергии выработать, и потом эти энергии притянут необходимых тебе людей. Но они будут отталкивать тех людей, которые тебе не нужны, которые ниже тебя уровнем, у которых низкие вибрации. Значит, у вас есть ответы на большинство вопросов? Безусловно, безусловно, есть. Но у нас никогда еще не было представителя Венеры, первый раз. Мы закончили, уважаемый Бу. У нас есть, если вы хотите сейчас активировать ему энергию или пропустить ее по кругу, или что-то ему лично передать, это был бы самый лучший момент. Его энергия активирована. Замечательно. Отлично. Все теперь зависит от него и от его работы над собой. Самое главное — научиться жить и балансировать с этой энергией. Но если он научится, ему откроются очень многие двери в этой жизни, как я понял. Правильно? Абсолютно верно. Успех придет. Только надо оставаться, и тогда не будет таких вопросов, почему я что ни начинаю, у меня ничего не получается. За что не возьмусь, ничего не получается. Таких вопросов, надеюсь, тогда уже больше не будут возникать. Не будет возникать, когда будешь понимать сам себя. Отлично. Благодарю вас, уважаемый Бу. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем кураторам, всем учителям, которые к нам сюда приходят, мы исполняем желания. Если у вас есть какое-то желание получить какую-то мыслеформу с Земли, природу, продукты, одежду, все, что вам угодно, мы можем вам здесь материализовать. И хотели бы, чтобы вы это взяли с собой. Будет ли, есть ли у вас какое-то желание? Мне трудно сказать. Я не могу понять, зачем мне это. Хорошо. Просто если вы были на Земле когда-то, воплощались, и, может быть, какие-то картины Земли вас интересовали, многие заказывают это. И у нас есть еще такое, как корзиночка с самыми вкусными чистыми ягодами на Земле. Это единственный чистый экологический продукт, который у нас еще остался на Земле. Как вам такое? Появилась, Верочка?
Покажи, пожалуйста. Это очень интересно. Я бы оставил себе. Видите, что-то мы такие нашли даже для представителя Венеры. Благодарю вас, Бу. Пожалуйста, берите. Поделитесь со своими друзьями. Все цивилизации из любых планет, созвездий всегда этому подарку очень радуются. Я не думаю, чтобы Венера была большим исключением. Это наши витамины, мы их называем, наши лекарства. Они почти все шарообразной формы. Абсолютно верно. Я оставлю это у себя. Благодарю вас. Уважаемые, благодарю вас за вашу помощь. Еще раз примите нашу искреннюю энергию благодарности на этом месте от меня, от Веры и от Дмитрия. Я надеюсь, что я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Я надеюсь, что Дмитрий выполнит, начнет работать над собой, и тогда следующая встреча с вами просто уже запланирована будет. Это просто глупо жить по-прежнему, когда ты знаешь, кто ты. А Дмитрий, когда... он другой. Согласен, согласен. Имея душу Венеры и энергии этой планеты, ты не можешь игнорировать это. Я думаю, мы еще не раз встретимся. Замечательно. Благодарю вас за этот очень интересный разговор и сеанс, за вашу помощь еще раз. Очень ценные советы вы дали своему подопечному. Надеюсь, все будет хорошо. Тогда будем возвращать его. Не сомневаюсь. Замечательно, замечательно. Тем более с таким куратором и такой поддержкой. Все будет хорошо. Мы прощаемся с вами, уважаемый Бум. Желаем вам всего наилучшего. Примите нашу искреннюю благодарность там, куда вы идете. Всего доброго вам и до скорых встреч. Я хочу поблагодарить вас за излечение души. Многим нашим представителям требуется помощь. Направляйте. Направляйте их, к нам направляет ангельский мир, к нам направляют архангелы, к нам направляет очень много других цивилизаций, арктурианцы, плеядианцы. Я буду очень рад увидеть среди вас и еще представитель Венеры. Приходите. Будем очень рады. Направляйте ваших подопечных. Кому сможем, тем поможем. Те, кто благодарю за поддержку. Замечательно. Это наша работа. Мы рады ее исполнять. Благодарю я вас. Прощайте. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично, я обращаюсь к Дмитрию. Дмитрий, как вы себя сейчас чувствуете? Он сейчас балансирует, как жонглирует своими энергиями. Вот, вспоминаете, он вам открыл память уже, так что все остальное... Он говорит, это просто нереально. Ну, это самое классное, что вообще есть. И вот сегодня вы это получили. Хорошо, Дмитрий. Будем возвращать вас назад, ваш биоробот, синхронизировать вас. И надеемся... Благодарит уже. Хорошо. Это наша работа. Мы должны ее хорошо исполнять. И для усвоения вибрации энергии возвращаем тонкую копию Дмитрия в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. На месте. Thank you.